Азербайджан планирует построить на освобожденных территориях в Карабахе 3 международных аэропорта. Как передает канал «Тернаций» со ссылкой на «Интерфакс», об этом заявил инженер строительной компании «Азвирдгах» Роман Ахмедов. По его словам, помимо аэропорта Физули, планируется строительство воздушных гавань в Зангилане и Кельбаджаре. Президент Азербайджана дал указание выбрать место для строительства аэропорта в Зангилане, сказал Ахмедов, добавив, что проектировщики компании в данное время находятся в Зангиланском районе для выбора места для строительства аэропорта, а в Кельбаджарский район визит планируется после улучшения погодных условий в регионе. В августе-сентябре текущего года планируется завершение строительства взлетно-посадочной полосы Физулинского аэропорта. Мы планируем завершить строительство Физулинского аэропорта в текущем году. Параллельно начнутся работы по Зангиланскому аэропорту. Для Кельбаджарского аэропорта мы присмотрели местность под названием Гучулу, отметил Ахмедов. Он добавил, что в 2022 году планируется завершить все работы по строительству международных аэропортов в Карабахе. Ахмедов подчеркнул, что основной сложностью и препятствием в вопросе ведения работ по строительству в Карабахе в целом является не предоставление Армении карт по минированию территорий. Нами приглашена турецкая компания, которая активно ведет работы по разминированию. Это дает нам возможность сегодня усиленно вести работы с опережением по графику. По Физулинскому аэропорту у нас нет проблем, резюмировал он.